Собираетесь поступать за границу на учебу? Тогда эти три совета точно вам необходимы. Всем привет! Меня зовут Лиза. Я SMM-специалист компании China Campus Network. В этом видео я хочу рассказать вам, какие три вещи точно нужно знать перед тем, как поступать за границу и переезжать на учебу. Вам это интересно? Тогда начнем. Перед переездом за границу на учебу следует учитывать некоторые ключевые моменты, которые вам помогут прожить адаптацию в новой стране проще и легче. Номер один. Подготовьтесь культурно и тренируйте язык. Да, может быть, это звучит банально, но оно, к сожалению или к счастью, так и есть. Необходимо заранее узнать особенности культуры той или иной страны, в которую вы собираетесь переезжать. Но вот я в данном случае имею в виду Китай, потому что Китай — это страна с уникальным культурным наследием, с уникальной историей и также многовековыми традициями. Здесь не все так просто. Поэтому, если вы собираетесь поступать в Китай, то мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с культурными традициями, с культурой и традициями Китая. Знание культуры страны, в которую вы собираетесь учиться, крайне важно, потому что это поможет вам в дальнейшем легче адаптироваться к жизни и учебе за границей, а также найти новых друзей. Совет номер два. Планируйте свои финансы. Опять же таки, возможно, звучит банально, но об этом не стоит забывать, поэтому перед тем, как вы поедете учиться за границу, пожалуйста, распланируйте свой бюджет и каждую свою статью расходов, чтобы адекватно понимать, на что у вас уходит и какая сумма на какую статью расходов у вас уходит. Также здесь могу порекомендовать очень интересную вещь. Найдите людей, которые уже учатся в университете, в который вы планируете поступать, или уже поступили и только собираетесь отправляться, и пообщайтесь с ними, поинтересуйтесь ценами в местных магазинах, какие траты они совершают в целом, и вы уже будете более-менее в повестке дня, и вам будет спокойнее. Также я хочу порекомендовать наш телеграм-канал, QR-код будет где-то здесь, в котором мы очень часто публикуем видео от наших ребят-амбассадоров, которые уже учатся в Китае не первый год и которые делают классные видео о жизни студента, иностранного студента в Китае, рассказывают про быт, про то, как они учатся, куда они ездят отдыхать и вообще, в принципе, какие возможности дает им учеба в Китае. Подписывайтесь. Ну и последняя вещь, которую я хочу сегодня вам рассказать. Не бойтесь новых знакомств. Новое знакомство — это отличная возможность расширить свой кругозор, познакомиться с новыми интересными людьми, а также с новыми культурами, завести новые полезные контакты, которые помогут вам не только на учебе за границей, а также и в дальнейшем при построении вашей профессиональной карьеры. Ну и напоследок я хочу вам пожелать, наверное, самую важную вещь, которую можно отнести не только к обучению за границей, но и в целом применить по жизни. Это фраза «Ничего не бойтесь». Да, переезд за границу — это очень волнительная история, но также это будет для вас уникальным опытом, который поможет вам в целом не только получить образование, но и также вырасти как личность. А в будущем это будет прекрасный старт для вашей замечательной профессиональной карьеры. Я надеюсь, что те советы, которые были озвучены в этом видео, вам помогут эффективно использовать ваш опыт для достижения ваших целей и реализации всех ваших желаний и мечт. На этом все. До встречи в новых видео. Пока-пока!